сейчас не видно. Они доделают. Это же мало. Вам вот сейчас вам нужно это все максимально ускоряться. Вот такой день был в горле. Ты вспомни прошлое лето, что все равно будет стоить. Лето был дождь. Сейчас заряжем через два дня, и все станет здесь. Поэтому, да, Салим? Здравствуйте. Поэтому вопрос. Любимая тема наша. Ну, то, что мы видели 2,5 миллиметра, мы увидели. С одной стороны, она же у нас должна быть шлифованная ашка. Каких критериев была шлифованная ашка? Тут должно быть, ну, зашлифовано, она должна быть гладенькая. Вот таких вот шероховатости тут не должно. Ну, сучков с таких размеров, тем более. И вот с листом. Как бы не критично, что он 2,5 по расчетным меркам. Но если вы посмотрите, она вот так вот все едет визуально, плывет, и вот в этом как бы не эстетично. Ну, то есть замена на четверку. Замена вот эта. Да, вот видите, ветер будет, видим. Ее вот так вот видим. Поэтому мы четверку и заложили. То есть пуля ее, понятно, не пробьет. Все.